Энергия. Согласно простейшему определению, энергия – это способность выполнять работу. Величина подчиняется закону сохранения из первого начала термодинамики, в котором утверждается, что ее нельзя ни создать, ни разрушить. Однако она может менять свою форму, а также перемещаться из одного места в другое. В природе встречается много видов энергии, например, кинетическая связана с массой и движением. Потенциальная зависит от положения в силовом поле, например, в гравитационном, электрическом или магнитном. Химическая хранится в определенных материалах и может выделяться вследствие реакции. Тепловая связана с хаотичным движением молекул в среде, часто употребляется по отношению к температуре. Лучистая переносится светом и другим электромагнитным излучением. Это энергия на молекулярном уровне, однако ее можно также рассматривать в качестве системы. Представим в простом виде с помощью следующей цепочки, как мы получаем из ресурсов энергию для услуг, которыми ежедневно пользуемся. Запасы извлекаются и обрабатываются, чтобы добыть ее первичную или сырую форму, например, в виде природного газа. Затем она преобразовывается, распределяется и становится конечной, то есть готовой к использованию энергии. Сюда относится электричество или транспортное топливо. С помощью технологии далее она превращается в последнюю форму – полезную энергию, которую потребители получают в виде услуг. Это энергия.